Всем привет! Сегодня обзор на кроссовки Nike React Hyperdunk 2017, низкую версию. Верх выполнен из тканевого материала. В районе пальцев этот материал более плотный. На шнуровке есть 7 петель с каждой стороны. Шнуровка по контуру запаяна. Внутри кроссовка есть сапожок. Очень удобный. В пятке есть пластиковая вставка, очень жесткая. Также в пятке очень много набивочного материала. На язычке логотип Hyperdunk, сзади на пятке надпись Nike, по бокам логотипы Nike Swoosh прорезиненные. В качестве амортизации используется технология Nike React. По сути это тот же самый Lunar One, та же самая пена. Подошва выполнена из очень плотной резины. Подошва очень цепкая. В целом кроссовки получились очень интересными. Подписывайтесь на наш канал и наши страницы в соцсетях. Ссылки внизу в описании. Пишите в комментариях, что думаете об этой модели. Всем спасибо за просмотр.